В соответствии с уставом муниципального образования город Десногорск и руководствуясь нормами федерального закона об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, депутаты должны были установить дату выборов в Десногорский совет 5-го созыва. На сессии с докладом перед присутствующими выступил Сергей Гайдачук. Он напомнил коллегам о едином дне голосования. Действующим законодательством установлен единый день голосования, это 8 сентября. 2019 года. И предложил утвердить эту дату для проведения депутатских выборов в Десногорске. Большинством голосов инициатива была утверждена. Выборы депутатов Десногорского городского совета назначены на 8 сентября 2019 года. Это решение вступает в силу с момента его официального опубликования в газете «Десна». Виолетта Ефименко, Александр Ерофеев, Светлана Разганова, Десна ТВ.